И это Панамский канал. Тот канал, который мы приходили, правда, это уже на телевидении встречный. Так, следующий слюз. Опять наполняется водой. Так, опа, вышел в открытое море. И принялся дальше. И всего расстояние этого Панамского канала 86 километров. Это все Панамский канал. Сейчас еще должны быть шлюзы. Так, что там дальше? Все в увеличенном виде, естественно. Ускоренными темпами. Панамский канал из Атлантического океана. Переход в Тихий океан. Сейчас еще должны быть пару шлюзов. Смотри, как они быстро ходят корабли, оказывается. Панама канал. Здорово и красиво. И это с 5 часов утра до 6 часов вечера. Расстояние небольшое, но здесь все в ускоренном темпе. Да, красота. Это было 12 января 2020 года. Еще два шлюза. Так, подходим. Там принеслось. Здесь так, ждем, пока наполнится сосуд водой, перельется, и корабль понесся дальше. Опа, шлюз открылся. А это все продолжение. Красиво, правда? И еще два шлюза. Красота. Панамский канал начал строительство в 1913 году. Последний шлюз. Ну вот сейчас выход будет после с левой стороны Панама-Сити. Последний мост. Исполнено. А с левой стороны. О,